В Уолли Парк мы уже едем! Эти каникулы стали началом. Смотри, кто приехал. Привет, пап. Привет, Расти. Эти каникулы все изменят. Мы погрязли в рутине. Пора встряхнуться. Мы поедем в Уолли Парк. Что? Что за херня вообще? В детстве мы ездили в Уолли Парк, и это было роскошно. Хочешь повторить каникулы 30-летней давности? Это совсем другое. Я вообще первый раз слышу о каких-то каникулах. Неважно. Новые каникулы сами по себе прекрасны. Ага. Вы Гризвольд, да? Да. Я готов ответить на любые твои вопросы. Что такое анилингус? Уверен, анилингус — это поцелуй с закрытым ртом. И все. Нилингус значит без языка. А теперь папуля сделает тебе анилингус перед сном. Этим летом эта поездка — то, что надо. В стене кабинки была дырка. Не жалуйся, получаю удовольствие. Раз. Нет. Ладно, пора ехать. Не понимаю, с чего ты хочешь вернуться в Уолли Парк? Спасите! Тут есть термальный источник. Какая красота! Отныне это источник Гризвольдов. Минералы в этой грязи очищают организм от токсинов. Канализационный стоп. Это точно термальный источник? Я дротик нашел. Совсем сдурел? Всем живо, на берег! Эд Хелмс, Кристина Эпплгейт, Лесли Манн и Крис Хемсворт. Привет! Хотел убедиться, что у вас на ночь есть все необходимое. Пульт! Так, сейчас я вам покажу. Включить, выключить. Очень наглядно. Да. Ну ладно. Ведь явно пришел хвалиться своим прессом. Каникулы! Может, музыку? Премьера 29 июля.